Как это? Лететь без взлетной полосы, оттолкнувшись остатком души, без, казалось бы, права на имя. Как это? Слышать сердце свое и верить в сказанное твое, без излишней надежды, что в Гангу войдем мы без дыма. Как это? Знать, что снова сгорим и обрывком станем своим, ведь у тел есть предел, и мы в нем носимся под псевдонимом. Как это? Перед взглядом твоим видеть облик, который непостижим. Ибо сердце мое взмах твоего Серафима. Я вдруг вспомнила, как это. Слышать близкого к Богу и поддерживать хрупкий твой личный престол. Сесть с тобою за стол и беззвучно дышать в унисон, зная, что и мы, как понятие, проходим с перечисленными личностями у каждого из сидящих внутри. Наши души, вот они-то непобедимы. Предоставя друг другу поклон, заиграют для нас перезвон, общую песню про нас сочиняя, левый глаз мой пропустит слезу. И Бог смотрит, и я пока не уйду.